Шлюбним бумом і сюрпризами для молодих відзначить 100-годовий юбілей Могилєвський ЗАГС. 2017 год, по меркованию нумеролога, выдатный для шлюбов, и в отделе ЗАГСе Могилевского гарвыконкама меркуют зарегистрировать около 3500 пар молодых. На 1500 больше, чем у минулые годы. Тут рыхтуют и больше урочистые и яскравые регистрации. Могилевский отдел органов ЗАГС сёлета отзначает 100-годие с дня заснования и планует на протягу всего года здивлять молодых. А их чекают немало. Попередне только на так званый шлюбный сезон с червеня по кастрычник на регистрацию шлюбу записались более за 1500 пар. Будущие молодые налічили каля 16 пригожих дат, где есть семерка, символ поспеху и добробыту. И как самый важный день у жизни был запоминальным, у ЗАГСе рыхтуют сюрпризы. Молодоженам будет предложено разнообразить свои регистрации, то есть ввести новые элементы, а также мы планируем и создать новые традиции для нашего города. Например, любимая всеми молодоженами песочная церемония сейчас может быть проведена и при регистрации брака в залах торжественной регистрации отдела ЗАГСа. Покуль идея великий пост и шлюбов не так много, говорят у ЗАГСе, але все же яны есть. Каля 18 пар на тыдень официально регистрируют свои отношения. У большинства это шлюбы могилевчанок с замежными громадянами и повторные шлюбы. У целом же с початку года зарегистрировано 388 шлюбов. Ажиотаж на регистрации чекают сразу после закончения поста.